Ну что, любимые мои тазобедренники и артрозненьки, сейчас будем учиться выключать подвздошную мышцу. Вы молодцы, вы поставили много комментариев, мне написали, да? Поставили даже лайки, кто-то из вас поставил. Поэтому научу. Учимся сидя. Сначала сидя. Иди мягко должно. Да. А ну, не, на мне покажи. Здесь, да. Вот здесь мягко. А, ой, боже мой, да. А знаешь, почему так, боже мой? Да мне так все болит. Ответь, почему все время болит? Зажим. Нет, не зажим. А, не знаю. Ты этим ты все делаешь. Да, конечно. Этим не надо делать. Бедром. Вот этим не надо делать. Дети в подвале играли в гестапо. А вот этим не надо. Вот, хоть обдавись мне. Вот критерий истины. Вот возьми там, вызови гестапо с Гиммлером. Очистите мне карманы, снимите трусы, давите вот сюда десятером. Я буду у вас, у меня нет ничего. Чисто. Ну, вас понятно. Чисто, вас почему понятно? Течет, причем есть энергия, просто я этим не работаю. Вот у меня этим не работаю, а работал этим за десятерых. Отсюда артроз. Так, был. Значит, может даже еще есть, да. Так, готово? Да. Тебе, конечно, легче стал стул. Вот этот стул и кисти. У меня ниже. Гениальный стул совершенно куплен. Сейчас скажу, в каком году в Москве. Сейчас. Для детской школы. Значит, он куплен летом 94-го. Для какого? Да. Вот уже кейс. Да, мы покупали. А в 2004? Да, нет, в 94-м. Не было и тогда и в России. Не было икей в России. Сейчас вообще с какого года нас... Вот 2004-й похож. 2004. Только он знает, когда его купили. Ну ладно. Короче, он прошел детский клуб. А знаешь, что такое детский клуб? Так, готовы? Смотрите, значит, эксперимент чистый. Встают подаван и старый пожилой лауш. Так, значит, готовы? Да. Поехали. Ну, а что ты не встал? Это как два человека собрались прыгать. Крис. Окей, еще раз. А мы синхронно. Видите, куда я энергию собрал? Куда? В живот, что ли? Встаешь улыбкой? Да, хорошо. Улыбайся. Да. Вот. Встаем. Буду сидеть. Лучше? То есть ему тяжело, неэлегантно. Лучше. Но много было вот здесь, видели, да? Ну, чтобы выкинуться как-то. Да, много было здесь. Это как бы плата все равно здесь. Плата за что? За вставание. Так, я обещал научить 100% зрителей из 100. 100% из 100 сядьте на стул. И в 100% случаев из 100 подвздошная мышца будет выключена. Да, она будет у вас болеть, вот как сейчас у моей дорогой подписчицы. Почему? Потому что вы ее эксплуатируете. Не умеете выключать и включать по желанию. Своему желанию и по ситуации. Не умеете управлять ей. Но сейчас я вас научил ее выключить. Сядьте и запомните это положение. Это важный шаг. А дальше ставьте лайки, пишите хорошие, добрые комментарии, и я научу вас дальше. С вами был Мастер Го.